Химкинская команда по чирлидингу победила на чемпионате России, который прошел 9 мая в Екатеринбурге. Наши ребята обошли всех своих соперников и стали первыми в номинации «Чир-микс». Радости спортсменов не было предела. Я лично плакала. Остальные тоже, многие плакали, многие кричали, там разные эмоции были. Победа далась нелегко, признаются спортсмены и наставник химкинских чирлидеров. К чемпионату готовились серьезно. Чтобы идеально выполнить все элементы, тренировались 5 дней в неделю. В этом году был потрясающий большой чемпионат. Было около 3000 вообще участников. И очень много сильных команд. Конечно, волнение было большое, потому что мы готовили достаточно сложную программу. Потом, знаете, даже после соревнований было приятно, что подходила судейская коллегия, международные судьи сказали: «Вы классно, у вас классная фишка, у вас такой отрыв, у вас такие прыжки». Но даже взяв очередной рубеж, чемпионы не расслабляются. Они продолжают упорные тренировки и надеются поехать на первенство Европы и мира.